огнем вражды и лжи сегодня весь объят. И безумцы в мир безумный нас затянуть хотят. Мы в ответ им всю планету силой духа укрепим, чтоб стал каждый, кто со светом, злом и тьмой непобедим. Спасение мира, оно сейчас только в наших с тобою руках, и в доброте наших мыслей, несущих любовь, и в наших добрых делах. Пожар над миром, мы все должны свою «нет» злобе громко сказать, чтобы ни ложь, ни вражду между нами зла безумцам плодить не давать, а мир спасать. Если над миром пожар вражды захочешь с нами гасить, то начни ты сам себя и любовь свою людям неси. Когда с добром мы и с любовью станем дружно жить, то сможем вместе войны и ссоры в мире всех предотвратить. Смерть исправдирок, коллапс, разруху, вражду и бездушия яд, порочные страсти, безумцы во власти нам вместо любви дать хотят, чтоб вместо мира разжечь на нашей земле термоядерный ад. Разруха и холод, болезни и голод, таков может быть результат, если они победят. Спасение мира, оно сейчас заключается в наших сердцах, и в чистоте наших мыслей, и в благости слов, и в наших добрых делах. Спасение в мире, лишь только в мире мы можем наш мир создавать, с любовью и радостью дружно всем жить, и счастье друг другу даря, не враждовать. Решающий час для людей всех настал, живущих во свете любви, не дать потопить мир наш в море крови. Всем тем, кто злобой смертельной горя, в безумии впал, и сигнал на обратный отсчет миру дал. Смерть из проверок, коллапс, разруху, вражду и бездушия яд, порочные страсти, безумцы во власти нам вместо любви дать хотят, чтоб вместо мира разжечь на нашей земле термоядерный ад. Разруха и холод, болезни и голод, такой нас ждет результат, если они победят. Спасение мира, оно сейчас заключается в наших сердцах, и в чистоте наших мыслей, и в благости слов, и в наших добрых делах. Спасение в мире, лишь только в мире мы можем наш мир создавать, с любовью и радостью дружно всем жить, и счастье друг другу даря, не враждовать, не враждовать.